Человеческое терпение заканчивается очень быстро. А женское, знаете, оно... Оно как молоко на плите. Ты вроде поставила, оно даже закипятилось, но все еще ждет. Ну, может потерпеть. И оно терпит, терпит, терпит. А потом раз и убежало. Вы же понимаете, что я сейчас совсем не в молоке. А ты потом ходишь и помещение проветриваешь, думаешь, да что же случилось, почему она ушла? Все же было хорошо. Ты засыпал с этой мыслью. Она не могла уснуть. Нуждалась в тебе. Как минимум в разговоре. Для тебя все было хорошо. А она как молоко на плите. Закипала. Терпела, терпела и убежала. Туда, где не проводят эксперименты над терпением.